Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за понедельник, 29 августа 2022 года, на нашем канале. Амекс представил новую холодильную витрину «Соната». Необходимость госрегулирования непрерывной холодовой цепи. «Командор» открыл новый распределительный центр в Красноярске. Итак, первая новость сегодня. Амекс представил новую холодильную витрину «Соната». Компания Амекс расширила свой ассортимент, предложив холодильную витрину «Соната» на выносном холодоснабжении. Витрина представлена четырьмя типоразмерами: 1250/1875/2500/3750, имеет низкое энергопотребление и 5 полок по 500 мм, плюс базовая 635 мм. В зависимости от пожелания заказчика холодильная витрина S. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Необходимость госрегулирования непрерывной холодовой цепи. Новый федеральный закон включит участников непрерывной холодовой цепи в единую структуру отслеживания фактических изменений температурных условий на всех этапах производства, перевозки и хранения скоропортящихся товаров. Также закон будет определять сроки хранения системной информации о температурных условиях. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. «Командор» открыл новый распределительный центр в Красноярске. В Красноярске открылся новый распределительный центр торговой сети «Командор». Он стал еще одной площадкой в складском комплексе компании, в который входят распределительные центры, склад площадью 14 тысяч квадратных метров для хранения товаров бакалейной группы и глубокой заморозки, склад для хранения фруктов и овощей. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу.